Чтобы зажигать? Сжигательные стрелы? А что они зажигают? Не знаю, зажигать. Зажигательные вещи? Чьи-нибудь орган можно зажигать. Хотя, тут это типа... пукан? Пукан же орган. Разве? Ну что, а он только делает, что горит? Пукан-то. Школьничка. Школьничка. Уа, уа. Я страх аж кирпич сделал. Квадрат, то есть. Ну ты вообще. Во, смотри, маны сколько есть. Так, что это было, блинк? Ну ты... Вот второй раз ты меня упираешь вот в эту фигнюшку. Прости. Ну, так уж надо. Так, там видишь, наверху какая-то фигнюшка есть? Да, весы. Open. О, found prism. Prism spot. Нам нужен свет, я ничего не вижу. Свет. В конце тоннеля. Так, я что-то тоже вообще нифига там не ушел. Запрыгивай. Куда там хоть нужно идти? Туда. Смотри, я уже тут. Отлично, я на своем экране вижу, где ты там. Свет, а как свет взять? Вон, по тем штукам надо. А, это, оказывается, тоже нельзя тут ходить. А, вот. Вот для чего нужны зажигательные стрелы. Круто. Огонь. Спайдермен. Оп. И оп. Оп, нет, не Спайдермен. Skill Fortnite. О, отлично, у меня есть топор. Точнее, этот молот. Молот. Молот, блин, все. Молот. А, молот. И что он делает? Хаммер Сторм. Ладно. Банхаммер. А, нам нужно открыть эту дверь. А как мне юзать молот? Этот, роликом вверх-вниз. Ну-ка, иди сюда. Чё, иди сюда? Я тебе чё, таракан, что ли? Ну-ка, проверю. А и чё этот молот? А, ну короче, он без щита остается, но с молотом. Ты видела? Да-да-да, ну-ка давай еще раз. Стрелы, как Карлю Шейк. Ого. Красота. О, я же могу эти разрушать, да? Стены, да. Ты меня спросила, я думал, ты поняла, о чем ты меня спрашивала. А так я не понимала, о чем ты спросила, да? Чего? Там смерть. Сейчас, подожди, зажгем. У тебя явно что-то с кнопкой атаки. Все, с ней хорошо. Как нам туда перекинуться? Давайте я залевитирую. А, вон, все, вижу. Не надо меня левитировать. А, нет, надо вот так вот сделать. Все. А, стой. Эть. О, там внизу что-то есть. Подожди. Рискни меня.
как я тебя рисую? А, ну никак, да. Ну и что, и как дальше? Убери эту хреновину. Во. А если скелеты, что мне делать? А, вот все. Где мой воин? Ладно. Так, ну что? Молот, говно. Я немножко назад вернусь. Ух ты, блин. Там этот был. Да идет. Там опыт был. Сейчас попробуем как-нибудь. Нет. Сейчас еще раз. Там попинайся. Есть. Все, я иду к тебе. Какой-то псих просто. Я такой бегаю размеренно, а ты. Да, нормально. Так, сейчас даже свет там. Я помню сам. Электрик там какие-то. Электрик, дядя Вася. Тетя Ирина. Че? Какой тебе дядя Вася? Ну, электрик, дядя Вася, не знаю. А как нам туда наверх-то? Скажи мне, пожалуйста. А, все, вижу. Ой. Ну что, нормально, что? Сори. Ядрить. Что-то мне не нравится молот. Так молот, в основном, я не думаю, что он для атаки нужен. Ну, как бы можно им, конечно, атаковать, он сильнее, чем нож. Ё-моё. Сейчас даже далеко не уходи там, я за опытом. Я прям практически весь уровень за полсекунды прошел. Там нигде больше склянок не было? Нет. Ладно. А, огненные стрелы еще ману тратит. Ну а ты че хотел? Да ну халяву че. Ну халяву. А почему бы и нет? Может, ты его уберешь? Сейчас я пытаюсь. Все? Походу. Finally, the darkness subsided, and our heroes were relieved to find themselves in the light again. The thief quietly surveyed her new surroundings. She had never been here before, but for reasons beyond explanation, she felt a sense of belonging. Так, скип. А ты чё, магом? Воу, за что я там зацепился? Случайно. Там шипы, короче, вот тут вот очень плохо все. А, ну я так могу построить эту штуку. И пофиг. Я себя прям каким-то спайдерменом чувствую. Это знаешь, в городе куда-то пуляет эта паутина. И там зацепилась она, не зацепилась. Точнее, зацепится она там или нет. Его, как говорится, не волнует.
А, вот, я придумала. Нет. Так. А дальше? А, ну, вот, наверное, это бревно. Да, по этот бревно. Ты можешь бежать? Да. А ты нет? Нет. Я имею в виду, разбег можешь брать? Покоряться? Да, я же воин. А. Воин. Воин на ускорение. А, нет, же, тут все правильно. Ты же воин. Нет, все правильно, тут можно поплавать. Воине. Воине на гагне. Нифига ты, смотри, ты как плаваешь. Еще быстрее тяпаю. Ты вообще просто... Грибу ковшом. Так. Что такое? Ковшом. Блин, в смысле этой штукой? Сейчас, подожди, скиллы. Как там ее звать? Ковшом. Блин, тут, короче, так хорошенько коцает. Блин, а как эту деревяху разбить? Ты можешь выстрелить в нее? Нет, я не могу. А так тебе не надо, да? Надо. Вот эти фигнюшки убираются. Ну я знаю, что они убираются, я там уже была, но... Ну сейчас, подожди. Нет, не помогло. А, раздолби ее. Сейчас. Гренат. Все, отлично. Гриндер. Так, наверное, надо сделать квадратиков сюда. Кто там тебя? Паук. Тупой вы. Ну, нет. Чё? Их надо вот двигать. Да. Так, не... Короче, ставь квадрат сюда еще один. Нет, стой. Какие вообще? Что-то я... Может, лучше я тебя залевитирую, а потом ты меня? Давай. Так будет быстрее, давай. Садись. Ваша карета прибыла, мадам. Да стой, 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 налево, залевитируй меня налево. На, все, карета. Кто там что-то говорил, там супер-мега-левитатор? Стоять. Сейчас, подожди, там налево еще. А, ваша карета ждет вас. Все. Но я толкаю влево, она вправо толкает. Все отлично. А меня? Сейчас, а как? Меня тут нифига не видно. К сожалению. Да ладно. Но у меня камера. Ладно. Так, блин, надо что-то теперь придумать. Знаешь, смотри, как сделали. И что, это поможет? О, отлично. Отличный план. Так, только... Как бы мне... Воином бы стать, да? Да. Как-то... О, все. Воин. О, даже стой. Секретик нашел. Воине на глагне. Пячет лук. А как вот разбить, да? Давай я разобью. Давай. А, что разбить? Наверху видишь? А, давай, я разобью. А, все, я уже... Спасибо.
Что так? Опять не хочешь встать и убрать свой вонючий кубик? А ты где? Я... Хоть на том спасибо. Я тут куда-то улетела куда-то. Ой, я живот уже болел. Ой. Так здесь проплыть-то можно было вниз, оказывается. В какой низ? Там внизу проплыть можно было. Я не плыл. Вонючий кубик. Так столько вверх плыла, поэтому не плыл. И что, мы все равно тут выныриваем? Где ты их разбиваешь? Скажи, пожалуйста. Потому что мне не вылезти было. Все, спасибо. Просто скажи, я психованный воин. Нет, я хороший воин. Ну, хороший? Это значит... умелый. Да. Так, тут, наверное, босс будет или не сейчас будет. Сейчас даже не ходи далеко туда, там где эти склянки сока. Давай, давай, жду. А пока сейчас что-нибудь апну. Нечего, ладно. Туда, наверное, попасть. Блин, ну что-то, наверное, левитировать надо. Я? Давай. А ты где? Я сам себя скинул. Если что, мне не видно. А почему... Подожди, а что левитировать-то? Я спокойно забралась по платформам. Я просто не вижу. Вернись назад, прям еще левее. Вот, я тут. Сверху только. И вон там, видишь, совсем слева. Что? А, ну там летающая штука. Это, да я ее раскачал, сейчас, подожди. Вот на нее нужно сейчас будет встать. Уэээ! Ща. Ща, я подвину немножко. Угу. Все. Сейчас. Вот так. Ща я к тебе. Видишь там наверху? Да, сейчас. А ты мне бы мне тут по. А наколдуй мне тут квадратик, я залезу. Ну вот. Сейчас, подожди. Я просила квадратик. А я что сделал? Мне пал. Не видно, мне не видно просто. О, все, сейчас. Вот так. Сейчас, подожди, я остановлю ее, то она. Все. Тебе только для этого нужно было? Нет. Сори. Сейчас. Сейчас все будет. Да. Ну все, отлично было. Нет. Ненавижу эти платформы. Я их просто ненавижу. Угу. Так. На глагоне. Ну что, идем дальше? Боссе. Нет, просто скелете. Все? Да. Как сложно. А, вон. Левитир. Давай. Давай. Взял. Вау! Воу. Стой, стой. Все, нормально. А дальше? Вот дальше. Так. А, блин, опять надо думать. Что такое? Там наверху? Тут, видишь, надо думать. Типа, что нажать?
А, во, стоп, 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 почти, почти, почти. Да. Нет, убери свой куб. Вообще, все. Все убери. Ех, так. Так, теперь поставь кубик на первую кнопку. Да, блин, сейчас. Так, сейчас. Стоп. Может, тебя просто туда закинуть и все? А ты как? Я что-нибудь придумаю. Ладно, ну ты меня закинешь, а ты-то как прилетишь? Я-то прилечу. Ну вот. И что дальше? А, стой, ну-ка. Давай я тебя попробую залевитировать. Давай, я дотянусь. Сейчас, подожди. Дотянешься? Уже нет. А, ну-ка, стой. Давай, попробую. Давай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Я почти стоял. Надо было наверх. Давай. Все, стою. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, во. Сейчас, подожди, еще раз. Давай. Все, сидишь? Да, давай, давай. Есть. Рисуй. О, он сейчас сам нарисует. Фантомы. Ты под водой? Угу. Что там интересного? Ничего нету. Ничего нету. Давай. Нет, не давай. Было круто. Мне нужен... мне нужен воин. Да блин, вообще жесть какая-то. Давай через него. Как ей, блин, пользоваться? Стреляй влево. Во. Я вообще не могу играть. Опс. Continue. From fast checkpoint. Last. Блин, ну там так стоит хорошо, конечно. Да блин. Да пипец, а зачем они прикрутили сюда эту платформу? Угу. Да что ж ты. Так, ладно, надо тогда, короче. Хоп. Блин. Дерьмо. Это как в Макс Пейне сохранится перед этим. Сейчас, подожди. А, все, он помер. Слава тебе, Боже. Все. Отдай! Все, все, забирай. А вон. Так, стой, подожди, там что-то наверху. Левитация. Залевитируй меня. Садись. Отлично. Сори, 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 не ту потянула. Давай. Сейчас, подожди. Да ем, что-то все не путаю. Вот, твоя все. Карета. Давай, моя карета. Да. Все, есть.
Ну. Все, попал. Вон там внизу что-то есть. У-у-у, там кислота. Ага. Так, только как бы... да. Чувак висит. Тонет, да? А, нет, ты меня спасла. Сейчас. Так, сейчас я себе что-нибудь построю. Что-то заквакало внезапно. Я не хотела умирать в этой кислоте, в коррозии или как. Все, в номер. Залевитируй меня наверх. Садись. Ой, сори. Я все вечно путаю эти кнопки. Сколько мусора. Все, запрыгнул. Есть. Ты мне что хотел? Зашвырнуть куда подальше? Катапультировать. Куда еще они, типа, уворачиваются? Так, ну куда дальше? О, наверх залетируй меня. Угу, чё? Не разбить. Вот, стены, значит, каменные он бьет, а ящики деревянные нет. Защита дурака. Да? Садись. Ну, ладно. Всё, сел. Ладно, давай на сюда садись. Не сюда надо, не левитировать, просто наверх. Наверх? Да. О. Сейчас здесь есть. Red Master Storm. Давай теперь туда. Так, теперь мне тебя надо, да? Нифига! Не до левитатор. Я даже потихоньку специально ее. Господи. Все, сидишь. Как ты переворачиваешь? Вот ты реально, ты. Я ее на месте держу, ты не прыгаешь и ворачиваешь. Давай. Да ты ее вертикально держишь. Как ты хочешь, чтобы я залезла? Давай, залази. Я просто ниже не могу пустить, у меня в экран упирается. Окей, может ты квадрат лучше сделаешь? Все. Я не хочу квадрата. Да что ж такое? Ненавижу. Ненавижу эти платформы. Так. Нифига. Опс! Что такое? Залипание клавиш. Ха-ха-ха! Shift я уделал. Так а как, если, блин, это уже прошлый век? Надо ж как-то было... Ладно. Отказаться. Блин, теперь у меня тоже курсор. Ай, ладно, он мне не мешает. Even worse, it was paired with the artifact of mind and power. Все, да, ну, этот уровень пройдем. Может, зомби постреляем? Да, давай.
Я же скучаю по зомбарям. А как они по нам скучают? У тебя, кстати, что-нибудь... У нас там карта, которую мы начали и забили. Да? Не помню. Какие-то скиллы качают, что они означают, я без понятия. А здесь маг-то Гендальф-то еще тот. Старикашка, блин, скачет так, чтобы мама не дарила. Ну, не говори, по резвее своей лошади. Так. Здесь у нас... Ну-ка, разбей. Можешь разбить? Так, ее можно поднять. Защита дурака, понятно. Так, а... А как нам туда интересно попасть? Открыть? А, вон, смотри, надо запыльнуть туда. Нажми магом, а я тут постою. Вон, видишь, верхняя, вон. Сам вверху, вон. Смотри, куда вижу, мои вижу, эти вижу, штуки. Вижу. А как вот внизу там, видишь, этот есть? Чё? Внизу опыт банка. Где? А, все понял. Где-то можно проломить, значит. А где можно проломить? Наверное, здесь. Там банка с опытом, видишь, даже, да? Не. Ну, он внизу, вон она, прям вот. А, во! Угу. Ух ты. Вау. Все, все, идем дальше. Эй! Что это было? Скелет над нами поиздевался. А, круто. Ну-ка. Давайте. Вернись назад, пожалуйста. А как там тогда? Так, ну, в принципе, это перескочить нужно. Сейчас наверх заскочу, что там. Да... Я хочу наверх заскочить, посмотреть, что там наверху. А здесь ничего. Да ё. А, смотри. Вернись назад это и оживи. И с помощью нее ко мне. Блин, как ей работать-то? Стой там! Don't panic! Я себе мостик сделаю. Ленивый маг. Блин, вот как теперь мне... Прыгай, скачи. Говномаг. Оживил твоего воина. Твой воин. Воин. Так, воин это, конечно, хорошо, но... Как теперь? О, все. Так, а куда я его уронил? Склянку здесь взяла? Какую? А я отсюда ее выбил.
Блин, там была вагонетка, надо было сесть в вагонетку, а я ее случайно столкнула. А, вот она, внизу склонка. Придется пешком идти. Ну ничего, дойдем, посетит. Ну, тем более, я к тебе просто взял и протонулся. Куда я протонулся? В смерть. Телепортирован. А как бы теперь перепрыгнуть? А почему у меня два мага, два воина? Не знаю. А, все, все нормально. Сейчас, отдай мне воина. Все, забирай воина. А как мне... Фу, господи, телепортни меня. Ты просто... Сюда прыгну. Конечно. Так. Я тебя начинаю двигать, сундук, а ты просто сундук, очень тяжелая. Сундук, это... Сделай, чтоб я летела. Сейчас, ты сначала сделай, чтоб я жил. Ладно, сейчас. Так. Давай. Сундук. Давай, обратно. Вези меня. Что это было? Не знаю. Кому-то стало очень плохо. Жахнуло так от души. Бомбануло. Блин, чё? А, да, мостики делай. Я про них забываю всё время. Спасибо. Чё не так? Давай, вперед. Мостики не мой конек. Черепок, чпок, чпок. Дальше-то куда? Явно не вниз, наверное. Внизу, там преисподняя. Эти есть. Мак рулит, мак тащит. То чувство, когда затащил раунд. Флотинг платформ скилл for wizard. Чё, новый скилл? Вот точняк. Ого. Треугольники. А, эти треугольники висят в воздухе. Ну-ка. Смотри. Ага. Да, клёвая. Типа платформа делать. Ну ладно. Ну, делай про платформу. Ну ты пипец. Чё пипец? Рисни мне, пожалуйста. Угу, ща. Ладно, я сам себя рисну. А, они исчезают! Ну, больше одного просто не сделать. Скилл еще просто не выкачан настолько. Ну ладно. Падай вниз. Хотя не ладно, тебя дотащил. Давай, остановись на него, тебя залевитирую. Да, быстрей! О, она их катается. Упс. Лол. Упс. Лолка. Блин. Рискни на забои. Сейчас. Блин, эта фигня уезжает. Не с
садись на нее. Ты сейчас ее уронишь вниз. Нам наверх, правда, надо. Стадный инстинкт. Так. Нет, нет, не умирай. Треугольник рисуй. Живем. Такие вообще. Давай, садись на него, тебе еще. Давай, 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 давай. Ну ладно, можно и так. Разбивай. Мои любимые скелетики. Так. Вот там наверх. Вернись назад, там залевитировать бы нас. Куда? А вот туда налево. Садитесь, мадемуазель. А, скелет. Еще один. Откуда? Там что, помираешь? Да я что-то это промахнулась. Так. Иду к тебе. Чуть-чуть левее двинься. Ну ладно. Ау, 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 ау! Нет, 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 нет! Ну, блин! Чё, я отвалился? Я думал, отвалился. Давай, запрыгивай туда. Эй! Есть. Я на месте. Пендалев де гвардия. Пендаль. Ну-ка, давай тебя попробую залевитировать тогда. Ага, я не, а, не могу. Ну-ка. Отдай мага. Я не вижу. А нет, подожди, стой. Другой конец зацепился. Ты где? Тут внизу. Сейчас, подожди. Давай ты мне треугольник нарисуешь и залевитируешь. Все, это предел, куда опустить могу. А, нет, надо правее. Правей? Да. Так? Чуть ниже. Нельзя? Нельзя, все, предел. Нет. Я могу на него просто встать и опустить его. А, ну ты так просто померла, да? Садись на эту фигнюшку. Блин, а как... О, боже. Стой, 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 стой. Села? Нет, села. Так. Нет, не села. Ты перевешиваешь ее. Я даже... Все. Ну ладно. А, да ты не так быстро крути, господи. Ладно, давай еще раз. Блин, почему я не могу сама себя залевитировать?
Все, аккуратно. Вверх, вверх, вверх. Вверх меня! Меня вверх! Я не могу тянуть ее вверх. Ты слишком тяжелая. Поменяй на бабу. Да ладно, раз тут зависит вес. Тут твой треугольник сраный, Миша. Сейчас, держись там за что-нибудь. Оп. Я сейчас упаду. Не упадешь, давай, 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 давай. Я, правда, тебя не держу, ну ладно. Не, давай наверх, через верх, протяни меня. Так ты мне на треугольнике не мог залевитировать? Нет. Запрыгивай. Куда? Сейчас, подожди. Куда запрыгивать? Это был не треугольник. Давай еще раз. Я это сделаю. Села? Да. А ты просто зацепилась, отлично. Это мне не поможет. Поможет, я ж так запрыгнул. Ладно, смотри, я сейчас раскачаю, и ты просто на этом. Ты наверх. А, блин, как я могу. Давай, 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 давай. Стоп, я держу, 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 держу. Вот. Все. Ты я во все углы обшвар. Женщина должна понять, где ты, где ты ощелал. Да ладно. As our heroes looked west,